Старый уральский город Шадринск. Полтора века назад в этом городе родился известный русский живописец Федор Андреевич Бронников. Большая многодетная семья. Мать. Отец зарабатывает на жизнь иконописным ремеслом, с детства приспосабливая к нему и сына. Однако судьба Бронникова сложилась иначе. Окончив Петербургскую академию художеств, он много путешествовал по Европе, участвовал в выставках передвижников, прожил богатую событиями долгую жизнь. Умер художник 75 лет от роду, завещав часть своих работ и архива родному городу. Бережно хранят шадринцы полотна талантливого живописца и память о своем земляке. Особый интерес представляет коллекция фотографий из собрания Бронникова. Это портреты Герцена, исламского вождя Шамиля, неистового Гарибальди, художников Александра Иванова и Левитана и многих-многих других. Как попали эти редкие фотографии в альбомы Бронникова? И кто запечатлен на многих еще не разгаданных снимках? Загадок множество, но одно безусловно. Фотолетопись Федора Бронникова представляет серьезную культурную ценность и может стать предметом интереснейших исследований.